Приветствую вас на своем канале Solo Epoxy Art. Скоро Пасха, и мы будем делать снова пасхальные яйца в форме от Molds and Shapes. Сегодня я буду работать на смоле от Resin Pro. Пигменты буду использовать от Craft Resitin, это польские пигменты, они мне очень нравятся. И буду использовать акриловые чернила от Resitin, два цвета. Я их смешаю, чтобы получить цвет голубой лагуны. Моя смола уже замешана. И начинаем. Льем по краю наш голубой морской цвет, цвет голубой лагуны. Очень соскучились по лету и очень хочется тепла, так что яйца пасхальные будут у нас такого летнего цвета, цвета морской волны. Стараемся лить ровно вдоль края, стараемся, чтобы толщина везде была одинаковая, толщина смолы. Иногда это непросто, а в этой форме есть вот такая маленькая пуговка, кнопочка, предполагается отверстие в этом яйце, чтобы его подвешивать. Но я думаю, что рисунок не сильно изменится от этого. Теперь мой черный цвет, я буду его лить рядом, рядом с голубым, ну, стараться выводить как можно ровнее, если это получится. Форма не круглая, но будем стараться. Здесь делаем то же самое, выводим ровный круг. Немножко трудно распределить смолу. Обычно я разбиваю на два стаканчика, если делаю два одинаковых молда, два одинаковых костера. Но здесь я решила все оставить в одном стаканчике. Мне кажется, у меня в правом больше черного цвета получилось, но неважно. Будут немножко разные, это тоже интересно. Теперь я лью свой белый. В белый я добавила немножко голубого, чтобы он не сильно выделялся. Ну и просто вот наношу частично на голубой, частично на черный. Не имеет значения. Вот мне захотелось именно так влить белый цвет. Ну вот у меня в правом яйце уже сомкнулось. Я предполагала успеть влить прозрачный, но ничего, будет разный рисунок. Вливаем прозрачный до конца, заполняем молд.
Серединку украшу камушками. Камушки я уже перемешала со смолой, чтобы было их удобнее добавлять в серединку моего изделия. Эта техника на самом деле очень простая. Ничего сложного в ней нет, очень быстро заливается. Ну, надеюсь, что вам тоже понравится. Аккуратно притопим, чтобы не повредить молд. Очень аккуратно. Молды эти очень хорошие, я их очень люблю. Мне очень нравится, что в них есть еще маленькие формочки, что остатки смолы можно использовать, не выбрасывать. И маленькие яйца тоже можно повесить на пасхальное дерево. Ну а теперь я включу таймлэпс, чтобы мы могли наблюдать за магией смолы, смотреть, как она работает. Немножко прохожусь горелкой от пузырьков, но очень аккуратно, на расстоянии, чтобы не подпалить нашу смолу. И ждем! Ну вот, следующий день. Наша смола застыла. Сначала я достану своих малышей. Вот такие они маленькие, чудные получились. Очень милые. С обеих сторон. Мне нравится. Ну и теперь самых главных королей, королей Голубой лагуны. Посмотрим, что получилось. Интересно. С этой стороны тоже очень интересный рисунок. Да, действительно, его можно разглядывать. Очень интересный, мне нравится. И очень красивый цвет. Петли. Так, смотрим лицо. Итак, вуаля! Замечательный цвет. Цвет замечательный. Мне так нравится именно то, что я хотела. Супер! Мне нравится. Наше второе яйцо с этой стороны тоже очень очаровательное. Ой, ну а здесь, вы посмотрите, у меня там какие-то даже петельки сформировались. Очень красиво, мне нравится. Можно посмотреть поближе. Очень воздушные. Цвет потрясающий, вот именно такой, какой я хотела видеть. Надеюсь, вам понравилось. Мои советы вам пригодятся. Спасибо вам, что были на моем канале, что смотрели мое видео. Всего вам самого-самого доброго. Ну и как всегда, пока!